деревьям мешает. Вот у вас, смотрите, сколько у них места, а деревья им мешают. Дендрофобы, чертовы. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Medieval Dynasty, средневековые династии. У нас весна, мы четвертый год, игровой год, играем в эту игру. Наш парень Росимир подрос, и его уж неведомо когда попросили собрать налоги. Собрать налоги вместо этого бездельника Унигоста. Чем мы с вами и занимаемся? Но вместо того, чтобы собирать налоги, мы пробегаем через деревеньки, которые нам раньше, в которых мы раньше не были. И в данный момент мы с вами находимся в Баранице. Баранице здесь тоже, как видите, есть люди. Как удивительно, что в Бараницах есть люди. Норберт. Что очень знакомо. Норберт же был где-то в другом месте. Я бегаю с лугом. Почему? Потому что мне уже попытался по пути волк. Так, что у нас тут с рабочими? Давайте посмотрим. Рабочие ленивы, как всегда. Леонардо. Норберт, подожди, а раз уж мы с Норбертом не были знакомы. Да, что-то как особо рабочих у них тут нету. Вечереет, и я хочу... Так, Норберт, давай-ка с тобой поговорим. Что ты там продаешь? У тебя лен есть вообще? Удобрения, шерсть. Я, в принципе, могу ему тоже что-то продать. Например, вот эти вот две палки точно мне не нужны. Чего я их с собой таскаю? Перья, кожа, мех. Может мне понадобиться. Мяса в таком количестве, наверное, нет. Немножко я его продам. Кстати, что жареное, что не жареное, можно даже не жарить, наверное, просто не тратить свое время. Я думала, что жареное стоит дороже. Ничего подобного, зря я всю прошлую ночь жарила мясо. Я пойду, до свидания. Так, и у них, у кого-то тут тоже был какой-то... Кто-то они тут что-то из них хотели. А, ты, Норберт, ты что-то хотел? Нет, нет, говорит, это не я. Это не я что-то хотела. А кто у тебя тут что хотел? Ты хотела? Так, до свидания. Я даже не буду пока что с тобой говорить. А кто что хотел? Алина? Алина? Тут есть Алина? Если б я был султан, я бы имел трех жен. Эх. Да, тут есть Алина. У нее есть какие-то вопросы. Вот только где она? Или она где-то очень далеко? Нет, вот здесь вот. Так, Алина. Алина, 21 год. А, чем тебе помочь? Можно, если я смогу. Я слышала, вы называете себя хорошим охотником, но держу пари, что я лучше вас. Что скажете? Дружеское соревнование в охоте на дичь. Алина, ты с ума сошла. А кого надо принести? Ну, принеси. Вот это я понимаю. У вас есть 5 часов. Закончить диалог. Претендент. Новый претендент. Алина, ты мне тогда подаришь барана. Барана мне подаришь? Так, Алина, чем мы занимаемся с тобой? Претендент. Кролик? Олень? Так, кролик или олень? Репутация династии. Ой, извините, я ж это... Микрофон свой терзаю. 10 кроликов или оленей? Вообще-то есть разница, я бы вам сказала. А баранов нельзя? Черт побери. Так, карта. Где мы находимся? Давайте посмотрим, что тут за места. Кстати, о местах. Кстати, о местах. Интересная вещь. У вас какие-то очень грязные бараны. Господи, ты что ж меня так пугаешь-то? Господи.
так же ж можно и действительно подстрелить. С испугу-то. Так, кролики или бараны 5 часов. Давайте-ка мы засекем. 17:37. Ну, грубо говоря, 5:30, да, у нас. То есть нам надо, грубо говоря, до 11 часов до вечера нам надо набить 10 оленей. Барышня, сама сошла. Во-первых, а во-вторых, где я тебе этих оленей возьму? Солнышко вон уже садится, солнышко, оленей не видно. Быстро садится солнышко. Где у нас следующая деревня? Браница вот у нас тут есть. Она у нас прям по курсу, можно сказать. И нету тут дичи. Вообще никакой. Я только что волка убила, она мне предлагает бить зайцев. Ну, в принципе, с подсветкой можно, конечно, я так думаю, ночью охотиться. Вообще-то это безумная идея, охотиться ночью с факелом на тех же оленей. Их все равно не видно. Давайте посмотрим, что у нас здесь, что за браница. Бараница. Та была бараница, да, там были бараны. О, браница, смотри, какие поля. Вы говорите, у меня большие поля. Во где большие поля. Угу. У вас тут нету никаких вопросов, Казимир? А, подожди, Казимир, почему ты такой странный? Казимир. Тебя можно взять на работу при большом желании. Но его у меня нет. Любомира у нас торгует. Так, Любомира, стой, не дергай бедрами. Твист-твист, модный танец. Так, покажи свои товары. У тебя есть лен? Есть лен. А сколько нам надо было льна? Ой, что-то мы уже купили, да? Мы уже купили что-то? Господи. Нет, не купили. Так, один лен стоит 20 монет. Ничего себе, то есть 10 льна будет стоить 200 монет. А ну-ка, мы тогда это задание для нас просто невыгодное будет. А оно у нас есть, так, я пойду, до свидания. Не ходи никуда, стой. А, дневник. Старые тряпки. Сколько там льна надо? 5. 150 монет она даст. Ну, можно, конечно, купить, выручить. Но главное, бог с ними, с монетами. Капюшон. Нам нужен капюшон. Нет, нам нужна репутация династии. Стой. Так, давай товары. Давай мне лен свой. 5, да, льна? Хорошо, что я не стала 10 покупать. Вот, 100 монеток. Отлично. А я тебе продам. А ничего, я тебе не продам. Хотя могу тебе дать морковку. Тертую. Мясо. Держи. Я все равно сейчас, наверное, буду бить оленей, если я их, конечно, увижу. Так что... Пяточек мяса вполне можно тебе отдать. Что-нибудь еще? Да нет, все, давай. Любомира, гуляй, пой, пляши, танцуй, пока молодая. Вернее, продолжай танцевать. А мы пойдем и посмотрим, куда нам дальше. Слушай, мужик, тебе повезло, я думала, ты олень. Ну, ты, конечно, может, олень, но это еще не повод тебя стрелять. Я увидела движение уголком глаза и уже собралась... Уже собралась стрелять. Тут у нас опасные места начинаются. Я вообще туда иду. Да погоди-ка, между гор, между рек. Тут еще какие-то изгои у нас живут. Там даже не деревня, но, возможно, это какая-нибудь тоже какое-нибудь поселение, типа моего, которое я собираюсь сделать. Типа моего, которое я собираюсь только делать. Да-да. И такое тоже бывает. Сколько у вас тут всяких травок и никакой животины. Ну, понятно, с этими оленями я, скорее всего, продую.
думаю, что именно так. Мне надо в этом сезоне успеть отдать зеленую кожу хотя бы. Хоть что-то. А такое огромное количество заданий, конечно, не сделается. Тем более, как они тут живут? Нет у них тут ничего. Мы куда идем? Мы идем правильно. Мы идем куда-то к людям. Давайте-ка я... Что факел? Не может такого быть, чтобы факел отсутствовал. Был факел? Был. Не врите. Вот. Это так будет немножко повеселее гулять. Да, смотрите, там есть какое-то поселение. И, честно говоря, друзья, с факелом страшнее. Факел освещает вот совсем пятнышко. От этого лес вокруг становится еще темнее. Там вообще ничего не видно. Так, да, сюда, там тут какие-то домики есть. Давай, побежали. Даже если здесь какие-то зверюшки есть, что вряд ли, то это уже... Так, и... Что у нас тут? О! Можно было бы украсть. Но я не буду. Мы честные. Мы Альхина. Наше второе имя. Сожги им поле, сожги. Мы честные поджигатели. Так. Да что ж вы этих заборов-то понаставили? Чтоб вам пусто было. Так, ты кто? Ты что умеешь? Ничего. А ты? Ты еще меньше. Адемар? Кто вообще? До свидания. Не-не-не, я даже как бы не хочу на тебя время свое тратить. Странно смотреть. Это действительно какие-то выселки. Свинки. 1500 стоит свинья. Ну ладно, выселки и выселки. Нам-то что с этих выселок? Нам надо в соседнее село, а именно рольницу. Вот сюда вот, в рольницу нам надо. Давайте попробуем как-то переправиться, что ли. Ночное форсирование. Нас тут никто не съест. Крокодилы еще не водились. Я понимаю, что они не водятся в этих широтах. Но кто ж их знает, этих разработчиков? Знают ли они этого? Ну ладно, ладно. Надеюсь, что знают. Попили? Замечательно. Есть будешь потом. Не заработал еще. Так, здесь у нас ничего. Такое впечатление, что мы находимся где-то... У нас такой же островок был напротив нашего. Напротив нашей деревни. Да, друзья, что делать? Видите, вот и день, и ночь, и бегаем, так и бегаем. Туда ли мы бежим? Ага. Где-то здесь, в деревне. Но она ночью. И что мы ночью там будем делать? Ничего мы там не будем делать. А, олень. А, олень. Олень. Я вижу, я знаю, что вы наверняка его не видите. Потому что его, правда, трудно увидеть. Но он тут есть. Их тут два. Сейчас мы подползем. Там даже я вижу третий олень. Да? Подсветка, конечно, зачем сделана подсветка? Ну, наверное, когда уже ты видишь, что на тебя бежит бизон, чтобы подсветить его в последний момент своего... своей никчемной жизни. Ну и... Да, оленей видно хорошо. Опа. На таком-то лугу. Они прицел стрелы, что ли, сбили? Раньше надо было стрелять вот именно с таким прихватом наверх. А теперь чуть ли не прямо надо стрелять. Трым-трым-трым, да, олени.
Ага, я вижу тебя, каменная стрела. Давайте раскидаем каменных стрел как можно больше. Да, и вот побежала каменная стрела. Вот сейчас здесь еще будет каменная стрела. Да? Да ладно, слишком низкий уровень. Так, и вот здесь будет каменная стрела. Вот, теперь этих оленей очень легко отслеживать. А, вон еще одна каменная стрела. 10 оленей ему надо настрелять. Нет, тут не будет каменной стрелы. А куда она делась? Они теперь стали ломаться, безобразие. То есть, если мы не попадаем в животного, теперь стрелы ломаются. Yes. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, олень у нас считается за оленя, интересно? Кожа, мясо. Подожди, а что со стрелами? Подожди-ка. Окей, ну-ка, задание. Хотя оно уже, наверное, тю-тю. Претендент. Кролик, олень. 1 из 10. А здесь не написано время, между прочим. Она сказала за 5 часов. И как бы по большому счету, хотя нет, время-то еще не вышло. Итак, где были наши каменные стрелы? Они же олени. Где-то там, да? Да ладно, только не говорите, что они пропали вместе с оленями. Не, вот они. Вот они. Так, вторая каменная стрела убежала. Так, друзья, ну, охота ночью. Дед Пахом и трактор начнем. Я думаю, что, может быть, вам и не будет интересно. А главное, что не сколько интересно, сколько она просто не видно. Вот, поэтому знаете, что, наверное, я охоту за каменными стрелами в темноте продолжу уже, наверное, за кадром. Вот, а с вами мы увидимся на рассвете, потому что, ну, чем еще мне заниматься? Как не мается дурью. Хотя засчитывается, но нужно 10 оленей. А где я их 10 возьму? Я думаю, что мы это задание не сделаем. Но, тем не менее, увидимся с вами через пару секунд для вас. Итак, друзья, у нас утро, у нас сделан квест. Я, наконец-то, набила этих оленей. Отбежала я, конечно, от селения, в которое нам надо по заданию довольно далеко. И, в принципе, пока вроде еще квест не значится проваленным. Я имею в виду на олени. Давайте я вам его покажу. Прецедент. Кролики и олени. Мне попалось 4 кролика. Кстати, ночью, как ни странно, легче стрелять. Кролики, наверное, меня не видят и не убегают. В общем, как-то с этим легче. Единственное, конечно, что меня немножко напрягает, что вот эти вот все смены, замены, дополнения, уплотнения всей этой игры, оно сбивает, ну, я имею в виду то, что вот не было у меня квеста на то, чтобы мы брали у Унигоста задание на то, чтобы выбивать с кого-то долги. Но, тем не менее, мы в этом местечке замечательном, и я так понимаю, что долг, наверное, мы должны с кого? Тамира, нет, не с тебя. Вот с тебя. Да, с тебя. Нет, подожди. С кого долг-то надо выбивать? А, с тебя. Марвольд, с тебя? Нет, ему надо с чем-то помочь. А с чем тебе помочь? Вообще-то мне не помешала помощь о расширении своих полей, слишком много деревьев. Срубить парочку? Ну, парочку-то можно срубить. Новые поля, все сюда собрались. Так, что, от с кого мне надо было налоги-то стрясать? Я ничего не пойму. Где мой дневник?
и история Унигоста. Так, здесь, в этом забытом леснике она. Теобальд. Мне тут надо найти Теобальда. Ну, вообще-то, как бы... Здесь мне нигде не показывают, чтобы был какой-то квест. Кто из вас Теобальд? Тамира? Чё так все медленно вдруг заходили? Ты Олег? Олег? Да, я сама в шоке. Арвальд? Леобард? Тамира? Здесь вообще нету Теобальда. Кто сказал, что здесь есть Теобальд? Зачем я вообще сюда бежала? Ты кто? Химера какая-то. Арвальд. Ну, в общем, полная ерунда, друзья. Или этот квест еще не наступил. И я совершенно напрасно бегаю в эти дальние края. Тут даже Теобальда-то нету, с которого можно стряхнуть долг. Может, он, конечно, по-английски как-то по-другому называется. Давайте еще раз посмотрим. Так, лесника или лесника. Теобальд в леснике. Теобальд. Лесники. Смотрим карту. Это у нас... А, подожди, это не лестница. Вот лестница. А здесь это у нас кто? Рольница. О, это я не права. Ну, сейчас подожди. Давай посмотрим, что у нас в рольнице. Кто у нас в рольнице? И зачем мы сюда приперлись вообще? Ирмина. А в рольнике. Рольника, рольницы. Черт знает что. Ирмина, где-то ты, наверное, есть, да? Так, ты кто? Стоять, никуда не ходить. Любит же они ходить. Это Люба какая-то. Ослада. Ослада. Ирмина. Так, это наемные рабочие. С них нечего брать. Как ты достал своей одышкой? Тебе 20 лет, или сколько там, 21. А ты уже дышишь, как старый дед. Так. Хермегильда, Ирмина. Нету здесь Ирмина. До свидания. Да, друзья, в общем, что я вам хочу сказать. Это какая-то пустая трата времени у нас получилась, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы с вами увидели много всяких разных деревень. Еще раз смотрим. Ирмина. Каролина, Ирмина, Рольника. Рольника. Где здесь Ирмина? Кто? Подожди. Тут же еще какие-то поля, леса еще. Слушайте, кто-то скрывается в лесах. А ну-ка. Это куда-то туда. Или я там только что была? Не-не-не. Здесь кто-то есть. А ну-ка. Нет, это Надар. И он вовсе не скрывается в лесах. Он работает в поле. Странно. Так, Надар работает в поле. Я тут. Тут есть еще одно поле. Рольница. У них не так много людей. Хотя, казалось бы, главное, люди. Жена, ребенок? Как ребенок? Пока мы где-то были, у нас ребенок? Нет. Нет, у нас есть только жена. Фу! 9 месяцев еще не прошло. Еще даже весна не закончилась. Итак, вот плохо, что нельзя ткнуть и посмотреть, что за люди. Жители, дом, ремесло, хранилище, выживание. Простой, маленький, кузница. Мне нужно все.
Ну вот, то, о чем я вам и говорила. Я не вижу никакой эрмины. Значит, мы проверили с вами дальние поля. Это не эрмина. Мужик в поле – это тоже не эрмина. Если только он очень хорошо скрывается. Здесь все остальные. И Любомира, Хине. Это Любомира нет. Аслада. Еще раз. Олег, Тамира. Все, все жители, нету никого. О, да, это дурдом, конечно. Но, а с другой стороны, я не пойму, у нас действительно не было этого квеста. Может быть, он еще будет, и когда-то там надо будет его сдать. Но как бы там ни было, где мы находимся? Поэтому мы не пойдем сейчас с вами в лестницу. Мы пойдем вот сюда вот, отдадим квест по поводу кроликов и оленей. Он уже не значится, поэтому вполне возможно, что мы его уже и профукали, пока тут гонялись за этими. А, новые поля, подожди, нам надо что сделать? Вырубить 10 деревьев. Ах, ты ж елки с палками. Ладно. 10 деревьев. Что, просто вырубить? Просто вот взять и вырубить? А вы это как бы нет сами-то? Нет? Раз дерево. Это оно засчиталось или как? Ну-ка, давайте-ка. Их просто вырубить надо или собрать им поленьев? А, не, просто вырубить. Ладно. Хотя мне, конечно, жалко это делать. Просто вырубать деревья. Это ж сколько можно было действительно поленьев с собой потаскать. Ну, можно и потаскать. Сейчас у нас топорик сломается, да? Ну, еще вообще-то действует. Поля им не разбить. Деревья им мешают. Вот у вас, смотрите, сколько у них места, а деревья им мешают. Дендрофобы, чертовы. И я туда же. Так. Я, кстати, не считаю, сколько их там вырубила. Еще 4. Да, 4, это засчиталось. Угу. Сейчас я вам сделаю, чтобы вам солнышко маковку пекло. Вот как раз 4 дерева тут растет. Будете знать. Да, молоток придется делать снова. Все, у нас уже весна заканчивается. У меня там уже дети должны скоро народиться. Я тут с вами. Хотя нет, если считать с момента нашего решения, то прошло как бы, ну, даже еще 3 месяца не прошло. То есть, если у нас что-то и народится, то народится оно к концу осени. Очень интересно, кто это будет. И если кто-то еще будет, потому что что-то как-то с настроением мне тоже. Береги голову. В нашей деревне непонятно абсолютно. Топор, топор. Топор. Что там надо для этого топора? Для каменного топора, естественно, нужен камень. 2. И палки. Че ты тут присел? Присядешь тут. Так, вот камень. Бери камень. Палок тут лапсим хлебай. Очень много было. А сейчас уже не очень. Сколько там надо палок-то? Так. На каменный топор нужно 10 палок. Очень хочется понять вообще, куда ж. Куда ж вам столько палок? Ну ладно. Тут где-то были кусты у вас еще. Я вам сейчас еще и кусты тут расчищу. Время идет.
А годы летят. Четвертый год, друзья. Я просто сама как бы, ну, не обращала внимания, сколько мы тут уже с вами играем. Четвертый год наш Росимир проводит в попытках сделать себе достойную династию. Так, сделали каменный топор. Теперь же его еще в ручку положить. Нет, ну, что там уже лежит. Так, интересно. Ладно. Окей. Что, осталось одно дерево. Дерево, ты прожила дольше всех. Бедная березка. Все. Тря-ля-ля-ля-ля-ля. Так, кому я из вас тут должен был этот квест-то сдать? Или все уже? Или не надо никому ничего сдавать? Так, восстановление дома. Да, штукатурка нужна была. Не-не-нет. Тряпки и претендент. Вот эти два тряпки я могу? Да, могу. Все, у меня есть и кожа, и лен. Все у меня есть. Поэтому берем лук в руки. Да, друзья, смотрите, какая красота. Какие... Там, кстати, вот зайцы. Это не наша ли деревня? Ну-ка. Давайте-ка мы посмотрим. Нет, не наша. Наша деревня вот сюда. Вот, и она далеко. И... Да ладно! Да вы что, издеваетесь? Скорее домой. Да что ж не так-то? Господи! Забегаешь тут зайцем. Какие дрова, какие поленья. Там олени бегают. Боже мой, да что же вам не... О, блин. Я ничего не понимаю, почему они так себя ведут. Ешь давай. У них же все есть. У них есть еда. Я дров понаделала массу, прежде чем... Я туда бегу-то вообще. Как тот самый ободранный олень. Да нет, туда бегу. А что толку-то, если я туда добегу? Династии. Или все-таки пойти быстро отдать этот самый квест. Второй квест. Да, дохлик чертов. Ладно, друзья, нет. Я не знаю, что там будет. Уйдут они, не уйдут. Почему у них такое настроение плохое? Что им там не нравится? Я ничего не пойму. У них все есть. И было. И с этим патчем, и с этим обновлением что-то они там нам мудозвонили. Такое, что у меня теперь вот народ разбегается. В чем дело, опять же, непонятно. Я очень зла. Пей давай. Кроме всего прочего, я думала, что наш товарищ моется, пока ходит в реке. Нифига. А нет, что-то моется, немножко моется. В общем, надо, чтобы совсем было глубоко. И вот только тогда он моется. В общем, очень долго надо бегать. Вон, видите, всего 6%. Даже целиком не отмылся. Тоже какие-то изменения. Ну, в общем, поизменяли. Поизменяли, как я говорю, может быть, где-то в лучшую сторону, а где-то в абсолютно в сторону мне не нравящуюся. Олень, иди отсюда. Так, я туда иду. Вот. Еще бы, конечно, было неплохо, если бы они добавили возможность ставить маркеры на карту. Маркеров ставить у нас нельзя на карте. Вот. Чем изменять баланс постоянно? Лучше бы сделали исправление, чтобы было удобнее играть. Но это я бухчу почему? Потому что я зла. Я зла, что мы по большому счету пробегали совершенно напрасно, пытаясь выбивать какие-то налоги из кого-то. Почему мы должны из кого-то какие-то налоги выбивать? И даже из тех людей, которых-то в помине-то еще и нету. Собственно говоря, так, туда я иду. Почему я должна все время карту тут опускать? Так, нам, подожди. По поводу охоты нам дала в этих, в Бараницах, да? Или где она была, эта тетка-то, которая нам дала? А, это Браница. А нам надо в Бараницу. Майн гюте. Да, здесь у нас ничего не было. Здесь просто были мирные жители. Да? По-моему. Которым, по-моему, ничего не надо было.
Любомира. Ты достал со своей дышкой чертовой. О, давно пора сделать из прокачек еще прокачку выносливости. Она есть немножечко, то есть чуть-чуть там прибавляется. Ну, такая вещь, как меньше ваш персонаж, меньше устает, когда бегает. Я, по-моему, это прокачивала, и я вам так скажу, что толку от этого никакого. То есть я не заметила, чтобы он там меньше уставал. Может, он и меньше устает, но на какой-то такой совершенно маленький децель. Так, я вас пока забавляю, пока бегу, потому как я хочу поставить все точки над «и» уже вот в этой серии. А со своим народом, кнутом и пряником, я, наверное, буду разбираться уже за кадром, потому что надо просто действительно покопаться и через массу сохранок понять, в чем дело-то. Что там поменяли, что вот такое вот, что так все недовольны. Потому что даже то, что жена убегает в соседнее село курей там воспитывать, это что же надо было понять вообще? Что она по-прежнему будет ходить работать туда, где и было работать. Где и работала, несмотря на то, что вышла замуж. Так, где? Тоже вот еще одна. Алина. Да, Алина же была там с этими баранами. Пасет баранов, говорит, 10 этих самых, оленей убей. Сама-то, небось, даже не выходила отсюда. Я так больше, чем уверена. Так, привет. Ну, я это сделал. Верно, вы выиграли, вы лучше меня, кто бы сомневался. Так, может быть, еще какая-то награда для чемпиона? Не торопитесь. Что ж, вот, это для вас. Так, слушай, ты что, колья подбиваешь, что ли, к ней? Расимир, прекрати. Так, монетки, репутация и так далее. Хорошо, ладно. Теперь нам надо бежать. Давайте-ка все-таки в наше село побежим. Так, я туда бегу. Куда ты побежал? Куда ты побежал? Да, я бегу в наше село. Я даже вот не глядя на карту и на эти обозначения, прям спинным мозгом чую, как перелетная птица, как горный орел, я чую, где наша деревня. Так, только бы нас сейчас не съели. Красивые места, но нам не до красоты. Вот, лен и кожу, я думаю, что мы отдадим. Это можно уже даже и, как говорится, в потемках туда отправиться, чтобы при смене года ночью нас оттуда из этих... как их зовут-то, господи? Из Борова нас портануло обратно сюда, к нам домой. Вот, ну а пока нам, да-да, нам нужно домой. Никакие зверобои нас не отвлекут от этого. Мы просвистели слишком. Ну ладно. Бум-бум-бум. Да, мы бегаем в меховых сапогах. Понятно, почему мы такие запачканные, такие вонючие. О, ноль уже, да? Потому что у нас ноги потеют в меховых-то сапогах. А уже лето, можно сказать. Май, конец мая. Давай, двигайся быстрее. Вот, и вместе с вами мы сейчас и посмотрим, в принципе, в чем дело. То есть, что им там не хватает. Дров им там не хватает, может быть. Но дров было до того, как я оттуда выходила, было 80 с лишним. Может быть, они, конечно, праздновали какого-нибудь Ивана Купала, хотя нет, время еще не наступило. Делали большой костер и прыгали через него, пока нету хозяина в доме. А вернее, нету Расимира Великого. Ай. Двигай ты, Великий, своими костями. Прячь лук здесь уже, если есть кабаны, то пускай уж они нас загрызут, потому что это не жизнь, это не жизнь. Так, любовь моя, ты тут все посеяла, сжала. Да, смотрите, она убрала. Да, прекрати дышать, достал. Да, она убрала. Неспаханное поле. Требуется сумка. А, здесь засеяла, смотрите, лен засеяла. Свеклу, капусту, морковь.
А здесь почему ничего не засеяло? А, идет только сеять, очевидно, да? Слушай, душа моя, уже это того. Времечко-то тю-тю. Так, народ пока не разбежался. Ничего, они недовольны. Они мне еще революцию тут устроят. Так, смотрим. Слушай, точно дров нету. Обалдеть. Все, друзья. Так, я беру поленья и начинаю просто срочно делать им дрова. Давай вот прям вот возьмем 10 штук для начала, да? Как они так? Куда они? Точно о них это самое... Большой костер делали и прыгали. Давай. Так, ЕФ. Вот в чем дело. Холодно им, понимаешь ли. Шевелиться надо больше. И главное, что хуже всего, недовольнее всего, была вот эта вот бездельница из харчевни. Сидит там, пляшет на столах, около очага стоит, а ей вот, видите ли, не хватает. Зараза такая. Так, ну все, с 10 бревен у нас, в принципе, много сейчас тоже дров. Так, 36. Давай переложим туда быстренько дрова. Куда вы их деваете? Вот, и посмотрим, сейчас будет у нас расти довольство, не будет расти довольство. Ну, пока что, видишь, они никуда не уходят. Так, ты тут что-нибудь делаешь вообще, бездельника, кусок? Что-то типа варит, да, Цибора? Ты что-нибудь сварила? Ну, наверное, что сварила, то уже и съела. Хотя, в принципе, все готовое переносится сюда. В... Вот сюда вот, вот сюда. И да, какое-то жареное мясо. 76 у нас не было так много жареного мяса. Это она уже что-то тут нажарила. Ладно, окей. А рожь у нас пошла сюда. А молотить ее кто будет? Гриб-сморчок это не сделает точно. Ох, друзья, беда, беда, беда. Ну, не знаю, сколько должно пройти время, чтобы понять, какое настроение у наших товарищей. Ну, как-то так. Пока что еще никто не сбегает. Полевод Инга тоже здесь. И я надеюсь, что моим хватит 40 поленьев. Побегут, я пока отдам квест в это наше... село через реку. Друзья, но увидимся мы с вами уже в следующей серии. Очевидно, начнется лето и начнутся новые проблемы. Я все-таки намерена действительно заняться стройкой второй лесопилки, потому что видали, что творится. Да-да. Я давно, как говорится, догадывалась о том, что с дровами и с заготовкой дров будут проблемы. Они есть, и чем больше людей, тем больше эта проблема. Вот, поэтому найти какой-то баланс во всей этой истории просто уже даже необходимо. Вот, поэтому будем это как-то решать. Я, как я говорю, буду пробовать, наверное, за кадром, насколько сколько надо отдать на выработку дров, так, чтобы хватало и древесины, и чтобы еще что-то на стройку оставалось. Вот, ну все это мы с вами уже увидим, как я и говорю, в следующей серии. А всем, кто посмотрел эту, я скажу огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.